Азы фехтования чемпионки мира среди юниоров Даниилы Храпиной. У четвероклассников 12-й Самарской школы необычный урок. Дети могут почувствовать, каково это быть профессиональным спортсменом и тратить часы тренировок, чтобы показывать на соревнованиях высокий результат. В роли тренера выступает впервые, признается Даниила. Конечно, я готовилась. Я сегодня даже утром переживала очень. И я надеюсь, что им понравится. И мне очень хочется, чтобы им понравилось, чтобы они заразились моим желанием и тоже пошли по моим спортивным стопам. Акция «Семь шагов к профессии» проходит в Самарской области уже в шестой раз. В прошлом году в ней приняли участие больше 90 тысяч школьников из 670 школ. Краеведы, журналисты, библиографы, телеведущие. Профессионалы своего дела рассказывают детям обо всех особенностях своей профессии. Главная задача подобных акций – это вызвать такой резонанс вот среди родителей, школьников, общественности, вообще к теме выбора профессии. А ведь осознанный выбор профессии – это такой залог успеха человека в будущем. Такие уроки профмастерства пройдут практически во всех школах области. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.